Всем привет! И сегодня у нас первая запись в нашем видеоблоге на YouTube-канале, посвященном первому кругосветному белорусскому перелету на легком одномоторном самолете Cessna-182. Мы обещаем вам очень большое количество разного интересного, разнообразного контента, который мы будем выкладывать по ходу путешествия. А в этом интро-ролике я просто хотел бы рассказать, для чего мы все это вообще задумали и о чем проект, который мы представляем сегодня. А именно, состоится первый кругосветный перелет на маленьком легко-одномоторном самолете Cessna-182, который сейчас располагается в городе Героя Минске, с белорусским составом экипажа на борту и по маршруту вокруг всего земного шарика. Мы не планируем пересекать экватор, и мы не собираемся подниматься высоко на север. Мы будем лететь в средних широтах, примерно на широте города Минска. И мы пересечем все меридианы, тем самым замкнув полностью круг от города Минска до города Минска. И вернемся в ту же самую точку, в вылета аэродром Липки под городом Минском. Работа над проектом ведется на двух континентах. Это действительно очень интересный, уникальный проект, потому что, с одной стороны, небольшая, но очень целеустремленная команда работает в городе Героя Минске под эгидой Белорусской Федерации Авиационного Спорта. Эти люди занимаются подготовкой нашего перелета, подготовкой нашего самолета, установкой дополнительного оборудования, проверкой всех систем, согласованием разрешений на перелет через Белоруссию, Россию и другие страны, организация всего-всего, одежда, наборы, неприкосновенные запасы, костюмы и так далее и тому подобное. И с другой стороны, работа ведется на американском континенте, на другой стороне планеты, в городе Героя Форт Лаудердейл, во Флориде, в США, где нахожусь я, где находится моя летная школа Sky Eagle Aviation Academy, и где, собственно, находится пункт сбора всего оборудования дополнительного, необходимого для перелета. Это начиная от GPS-трекеров и заканчивая видеокамерами GoPro, экшн-камерами, микрофонами, стойками и различным другим оборудованием, которым мы планируем пользоваться в полете. Вот коротко про то, что происходит сейчас. Пока же короткая информация о проекте заключается в том, что 18 августа 2018 года белорусский самолет Cessna-182 на белорусской регистрации с двумя белорусскими пилотами на борту из города Липки совершит взлет в западном направлении и примерно через месяц, обогнув весь земной шарик, вернется обратно и приземлится на аэродроме Липки примерно спустя 30 дней.